Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. Лига мастеров, 2 звезды, отлично. Прекрасно просто. Так, задание. Забираем реворд. Так, поднять уровень персонажа и сразиться в боях. Ну, естественно, пойдем на нашего Шреддера. Будем сегодня ему прокачивать супер удар. Так, что нам нужно? Всего лишь 7 комиксов. Всего лишь. Попробуй еще получить эти комиксы. Как всегда, фиг поймешь. Ага, все-таки дают. Все-таки, ребята, есть возможность. Но если они сейчас будут один комикс через 10 попыток давать, то, конечно, мы с тобой фиг накопим. Так, а комикс называется «Чувак». Тыква, зачем мне тыква? Дайте мне комиксы, пожалуйста. Сколько нужно-то? Я уж что-то сбился со счету. Ага, еще 3. Еще 3 комикса, окей. Блин, тыкву. Ну согласись, не похоже это на тыкву, ё-моё. Это похоже больше на какую-то флягу. Но не на тыкву. С чего они вдруг взяли? Так, подожди, по-моему, нам еще один комикс осталось найти с тобой. И мы прокачаем до 2-й ступени. Есть контакт. Переходим, ребята. Так, ну что, улучшение, естественно. Естественно. Так, 2-я ступень и смотрим. Блин, тут уже 12 комиксов нужно и 10 ноутбуков Дони. А у нас, по-моему, уже все выполнено, да? Все условия по заданиям. И мы забираем с тобой награды. Так, пройти серию испытаний. Плюс ко всему нам нужно поднять уровень персонажа. Ну, уровень, я так понимаю, мы с тобой прокачиваем Шреддеру. Так, хватает? А, нужно перевести его в платиновый ранг теперь, ребята, чтобы дальше поднимать ему левел. Вот оно что. Хорошо, а тогда кого будем прокачивать? Хм-хм-хм. Вот тебе и загадочка. Давай, наверное, Донателло Видение прокачаем с тобой. Нормуль, 58 уровень у него, отлично. Так, забираем. И нам нужно с тобой пройти одну серию испытаний. Вперед. Ну, вот с этой начнем, пожалуй, да? Раз, два, три, четыре, пять. Четыре, пять. Окей. Думаю, никаких проблем у нас здесь с тобой не будет. Ребята очень крутые, так что... А тут паукус. Блин, дождик, шум дождя, ребят. Я уже говорил, да? Как же он мне нравится. Особенно, когда сидишь дома, а за окном по карнизику вот барабанит ливень. Спишь как убитый, как младенец. Ну-ка, бомбим. Замечательно, переходим с тобой на вторую волну. И кто у нас там? Крис Брэдфорд, ага. Ну, давай, наверное, вот этого положим с тобой. Бэнки. Теперь вот этого. А, не получится, да? Пониженная атака по нему идет. Хотя можем вот так сделать. Выпустить наших маленьких маузеров. А этот все равно выжил. Этот все равно выжил, но ненадолго. Все, ребята. Ну, прошли мы с тобой серию испытаний. Сегодня, ребята, я не знаю, нам, скорее всего, ничего не пройти. Только лишь арена будет. Только лишь арена, потому что нам нужно подтянуться. Я одного только не понял. Сегодня у нас четверг, так? Так. Объясни мне, пожалуйста, на милость, почему? Сейчас тебе кое-что покажу. Написано, что до завершения 5 дней. С какого вдруг перепуга? Смотри внимательно. До конца 5 дней. Сегодня четверг. Максимум 3 дня, ну никак не 5 дней. Что-то они тут перепутали, по-моему. Так, мы находимся с тобой в Лиге Мастеров. 53-я позиция у меня. Нам нужно сегодня бустануть. Ну как бустануть, я имею в виду подтянуть свои параметры, да? Чуть выше, чем они в данный момент находятся. И, как ты понимаешь, испытания у нас с тобой тоже недоступны. До начала 2 дня. Как может быть до начала 2 дня? Они что-то путают, ребята. Через 2 дня это будет суббота. А это испытание должно открываться, по идее, в пятницу. Это максимум. Как ты помнишь, мы с тобой прошли вот это вот испытание, да? Подожди-ка, подожди-ка. Вот это вот мы с тобой прошли, но со Шреддером, со Сплинтером не справились. Тут, как ты видишь, я уже сыр потратил. Давай еще разок потратим. Чего такое? Чего не хватает? А, 10 нужно. Ну, я тебе скажу, что в первый раз, когда я ролил, я получил, по-моему, 4... Нет, 2 ДНК на лесу.
И все вроде бы. Да, только два ДНК, но я слил все, ребята, весь сыр. Так, ну что, мы с тобой идем на арену. Кстати, секунду, арену. В магазин вначале мы зайдем с тобой. Так, предметы тут все гладко. Здесь мы с тобой приобретаем 3 ДНК на нашу лису. И у нас хватает жетонов 810. А на кого мы купим с тобой? Да ё-моё, на вот этого Рафаэля, да? Ролевого. Давай, тратим. Слушай, остается всего лишь 9 ДНК. И мы его прапаем. И из ролевых у нас с тобой будет уже 2 черепашек фуловых. И 2 еще нужно потянуть. Это Леонардо и Донателло. Окей. Черепашки видения вообще не прокачаны. А уже тут я вообще молчу, ребят. Тут, конечно, прокачка, прокачка и еще раз прокачка. Очень много нужно жетонов. Очень много кого нужно прокачивать. Так, ну что, бежим с тобой на арену. Поехали. Так, Винс, Даниэль и Стивен. А можно... Вот, вот, Рос. Начнем с него. 74 уровень. Сразу же, ребята, 74. Офигеть, подкинули мне бонус. Ну что, давай отыгрывать с тобой, наверное, полтиннички, да? Нет, 56. Вот так вот сделаем. До 60 уровня. Хотя нафига я это делаю? Объясни-ка мне на милость. Можно же взять и поменьше левел. Хотя, кто его знает. Тут можно и обжечься на этих рисках. Так, постепенный урон висит. Лео, ты сможешь добить всех абсолютно? Молодец, красавчик. Ну что, ребята, мы с вами начали неплохо. Как закончим, я не знаю. Сегодня в планах у меня подняться до Лиги Мастеров 3 звезды. Просто подняться, я уже не говорю про 50-е место. У нас еще есть с тобой откаты, 30 штук. Я думаю, этого нам хватит. Так, ну что? Давай вот так вот. Ребята, многие спрашивали, Рэй, ты куда пропал, где видосики? Ребята, объясняю. Был очень сильно загружен. Очень много на меня навалилось дел. Аж голова трещала, короче, по швам. Не мог играть, понимаешь? Просто не мог. Но зато теперь я вышел в отпуск. Я не знаю. И хочется и отдохнуть, и поиграть. Но я думаю, что почаще мы будем с тобой видать ролики на моем канале. Потому что все-таки побольше будет времени, я смогу отсыпаться хорошо и, соответственно, с приливом сил подходить к этому вопросу на расслабоне, ребята. Без напряга. Тем более, наверное, у нас будут новые игрушки какие-то выходить. Как бы немножко отойдем в сторону от черепашек, от драконов. Что-нибудь будем с тобой высматривать новенькое. И если оно нам понравится, естественно, будем с тобой снимать. Так, ну что, мы с тобой уже имеем ранг 17. То есть, грубо говоря, Лига Мастеров 2 уже нас приветствует издалека. Кто это? Лалмая? Окей, как скажешь, Лалмая. Зря я, наверное, откаты сейчас трачу. А по-другому нельзя. Согласись. Ладно, фиксим. 72-74 уровень противника. В принципе, до 76-го должны справляться именно вот таким составом. Хотя, если у Саги хоть чуточку ошибется, Леонардо не потянет, он не справится. Ну, тут все великолепно. Тут, как говорится, the best from west. Вот так вот. Отдуплились они все. И мы с тобой двигаемся дальше. Проходим пока на одном дыхании. Не хочу рисковать насчет 45-50 уровней. Без, как сказать, без хорошей поддержки. Блин, на самом деле, я думаю, мы уже перейдем в мастер 2 звезды. Но не тут-то было, понимаешь? Хандрит игра. Ну что, тук. Давай выберем тука. Здесь раз. А может быть, мы вот так сделаем, не будем тратить с тобой откат. И еще я попробую вот, блин, хан, 73 уровень. Давай на всякий случай возьмем с тобой Тимати. Хотя Тимати 70 уровень, какая у него нафиг инициатива, ребят. Блин, короче, надо хана валить. Упс, ага, вот что он делает. Я же думал, сейчас звезданет, но смотри, что он сделал. Он понизил мне атаку. И это риски, ребята.
Вот этого я и боялся. Так. Армагуша, вся надежда на тебя. Я знаю, что у тебя пониженная атака, но выручай, парень. Спасибо тебе большое. Все-таки, ребята, он справился. Господи, вот чем опасен Хан. Именно своей инициативой. Сходил первым, понизил атаку, понизил нам броню. Хорошо, что у Майки ролевой выжил после удара. Это чудо какое-то. Ну, а мы с тобой переходим в Лигу Мастеров. Две звезды, 90-я позиция у нас. Так, давай определяться. Джастин, подожди секунду. Со своим Джастином, дайте мне, пожалуйста, 24 кубка. Подожди, а 24, по-моему, нету. Это максимальное, да? По-моему, 17-23 это максимум. Ладно, возьмем с тобой Койлу. Наверное, там должно было не Койла, а Коля, скорее всего. Ох, 79 уровень, ё-моё. Слушай, тут уже... Тут надо перестраховку делать обязательно, просто. Кого? Джастина возьму. Возьму Джастина и... Вот так вот. Я думаю, будет оптимально. У Джастина, в принципе, неплохой удар. Вот этот вот запах изо рта. Я когда дрался за жетоны с этим... Со змейковьюном. Он неплохо его наказывал, на самом деле. Так, что у нас тут происходит? О, изи. Тихо ты. Все, добивка пошла. Вот, блин, если бы не было постепенного урона, сейчас бы наказание пошло. Я, честно говоря, думал, что Лео сможет все-таки вырубить всех. Но нет, не получилось у него. Так, ладно, двигаемся. Какое местечко? 75-е. Слушай, неплохо идем, кстати. Неплохо мы с тобой идем здесь. Ну, давай возьмем Марселла. Нет, подожди, не хочу. Давай обновим. Так, а здесь мы... Вот, Мадину возьмем с тобой. Так, Лео, обратно возвращайся. Возьму Бакстер Стокмана. Вот такую команду. И, ко всему прочему, вот этих двух отыграем. Нам немного-то и нужно здесь, на самом деле, чтобы дойти до Лиги Мастеров 3 звезды. Поехали. Постепенно урона здесь не будет. О, Донни сразу расклепался там. Стоп, 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 что ты творишь? Вот гаденыш. Слушай, понизил атаку. Вот кто там будет ходить? Лео плюс слэш? Тогда нам крышка, ребята. Если атакует Шредер с пониженной атакой, фигня получится. Давай, наверное, хильнемся все-таки. Бакстер, ты должен ходить. Ну. Так, Карайка, отлично. Блин, слабо очень. Ну, а сейчас? Видишь, почему, ребята, они не получили постепенно урона? У них у всех иммунка висит. Молодец, Донни. Иммунитет висит, и, естественно, ты не можешь на них повесить ни постепенного урона, ни замедления, ничего из антибафов, понимаешь? Так что, друзья мои, это еще мы хорошо с тобой выкрутились. И хорошо, что я все-таки сделал хил. Можно было бы сделать удар Шредером. Естественно, ничего бы хорошего из этого не вышло бы. И мы могли бы... Ну, могли бы, наверное, потерять с каким-то шансом вероятности, да? Нашего бойца. А так как мы отхилили всех, тут больше было, как говорится, шансов выжить. Так, ну что, у нас тут вот есть какой чувачок. Возьмем его, блин, этот Майки ролевой. Он всегда, ребят, по инициативе тянет. Все Микеланджело очень шустрые и быстрые. Вот что я тебе скажу. Возьму сюда Зека. Карейку возьму. И как бы не рисковать все-таки Змейковьюна. Вот так вот. Хорош, натерпелись мы, да, уже с тобой? Ну что, Зек или кто первый ходит? Первый ходит Усаги у нас. Молодец, красавчик, влупляй. Так, морозилочка упала. Бросаем теперь с тобой бомбочку. И, судя по всему, добивка будет. Да, Лео, красавчик. Ну что, у нас еще с тобой где-то боев 3-4 будет возможных. Я думаю, нам этого хватит. Да, чтобы перейти. Сейчас глянем.
На какое место упадем? Полтинник. О, 46-й, отлично. 20 откатов. Да, ребят, сегодня будет все хорошо. Берем с тобой Артура. Так, раз, два. Майки возьмем с тобой. Надо его уже отыграть все-таки в конце концов. И здесь возьмем Крипа. Крип. Интересно, если прокачать Крипа по максималке, он как Таунт. Хорош или нет, ребят? Кто из вас скажет мне? Ну, Таунт, провокатор. Хороший из него провокатор или же нет? Пока, если честно, я вот когда на 50-х уровнях дрался Крипом, мне показался он слабоватый. Тыдыч, готовы. Тигриный коготь. Надо будет как-то потом, когда Лапекс прокачаем, вместе их выставить, да? В компании, чтобы был и тигр, и сестра его Лапекс. Лиса. Так, ну что, 36 место уже. Три боя как минимум нужно еще сделать нам. Так, дайте мне, пожалуйста, 24 кубка. Ну хорош жаться. Ты смотри, что делать, а? 24 кубка дайте мне. Я же видел, что было такое. Во. Мисс. Вот возьмем с тобой мисс лучше. Так, Лео. Точнее, Усаги плюс Лео. Сплинтер, Шреддер. Сплинтер, Шреддер и Мутагеноид. Тот же самый Тимати. Только после того, как он, ребята, упал в мутаген, он стал вот таким вот жидкарем, так скажем. Поехали. Сегодня еще раз повторяю, ребята, будет чисто арена. Испытаний пока у нас больше с тобой нет никаких. То есть есть одно испытание, но нам нет смысла его проходить, потому что все черепашки, которые там разыгрываются, все ДНК, прокачаны по фулке. Так что нет смысла даже туда и заходить. А тратить просто сыр, так я лучше, извини меня, потрачу их на фарм. Ну что, как ты видишь, 18-я позиция. Возможно, еще бой 2 и... В Лиге Мастеров мы с тобой будем. Возьмем здесь Тима. Возьмем здесь с тобой Тима. Так, Лео, давай, наверное... Нет, Рафаэль пока подождет. Пока подождет. Раз, два. Да, риски есть, ребята. Давай вот так, наверное, сделаем. Криса Брэдфорда возьмем. Как подстраховку, да? Стоят голубцы. Ну что, поехали. Усаги, давай жги. Жги по полной. Так, смотрим. Ну, в принципе, даже если не повесил постепенного урона, он неплохо отнял здоровье и так. И Лео здесь, естественно, добьет всех. Четенько. Так, интересно мне знать, мы сейчас с тобой перейдем в следующий или нет? Или где-то около того? Там 18-я позиция была, в принципе... Можно, да, пролететь. Но нет. Чуть-чуть не хватило, буквально одной ступенечки. Ладно, фиг с ним. Дайте мне 24 кубка. Вот, блин, ну было же. Вот, возьмем с тобой Элиаса. И уже отыграем всех остальных. Кто тут остался? Это Рафаэль, Железноголовый и Рокзар. Все, ребят. То есть получается последний бой. Хотя можно еще попробовать рубануться. Так, ну что у нас тут? Майки и Рафаэль — это оригиналы. Плюс профессор Роквуд. Как там доктор его? Оу-оу-оу, тихо. Не очень много, конечно, дамага нанес, но Лео исправляет эту ошибку и всех почистую косит своей вертушкой. Окей. Ну что, я не знаю, ребята, еще один бой может быть сделать. Но нам придется с тобой сделать 2 отката. Даже, наверное, 3 отката. Давай все-таки сделаем еще один боек. Поздравляю нас с Лигой Мастеров 3 звезды. Так, здесь возьмем... наверное, возьмем Марцелла с тобой. Лео, Усаги плюс Армагон. И вместе с ними пойдет... Майки и Донни. Ребята, черепашки из фильма.
Так, а там против нас Лео, два Леонардо, Донателло, Крис Брэдфорд и Рокстеди. Ну что ж, посмотрим, как у нас тут пойдут дела. А дела пойдут великолепно. Только Донателло вот меня немножко смущает. Нет, ребят, все-таки Лео его рвет. Рвет и, как говорится, валит на лопатки. Ну что, вот теперь, я думаю, наверное, будет достаточно. Мы с тобой оставим 9 откатов уже на следующую, ребята, серию, которая, наверное, сегодня днем у нас выйдет. 68-я позиция. Больше пока мне здесь делать нечего. Тут никого приобрести не можем, хотя за 500 долларов нет. Не буду я тратить ДНК, ребят. Ну, нет смысла. По монетам пока тоже все тихо, глухо. По жетонам, естественно, тоже. 639 долларов у нас есть. Их можно потратить на откаты, можно потратить на телепорты. Там уже мы с тобой определимся. Жетоны я все, как ты понимаешь, получил. Все прошел. Да, все прекрасно. Ну что, дорогие друзья, тогда на сегодня мы закругляемся. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!